что если? Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни задал себе этот вопрос. Тяга к чему-то новому сподвигает человека совершать поступки, которые порой могут привести к страшным последствиям. В один момент все это может перерасти в некую игру, правила которой определяешь только ты. Лера, в общем, я не сдал экзамены, и меня в армию забирают. Нет. Лера, меня забирают в армию. Женька! Женя! Привет! Привет! Женька, у меня для тебя новость. Выкладывай. Меня Лера принцессу утвердили. Ну, это так классно, ты же давно этого хотел. Сценарий даже. Слушай, правда, у меня только для тебя тоже новость есть. Какая? Пойдем. В общем, я экзамены не сдал, и теперь меня в армию забирают. Подожди, ты разыгрываешь меня? Нет, я серьезно. А если документы в другой вуз подать? Это нельзя в другой вуз, потому что я вообще экзамены не сдал, и пересдача в следующем году только. Сейчас в армию. Целый год? Ну почему целый год? Это всего год. Ты зато за это время школу окончишь. Да? А ты даже на последний звонок не придешь. Ой, ну подумаешь, последний звонок, ну это же формальности какие-то, а? Зато вот потом-то мы всегда вместе будем, а? Женька, да я за себя что ли переживаю? Ты же такой мягкий, доверчивый. Да там издеваться над тобой будут. Нет, ну ты уж совсем меня хуже всех сделаешь, а? Ты подумай, а? Ну кто еще-то на параплане летает, а? Кто еще деревья в парке сажает, а? Хорошее же достижение. Ой, мама, боюсь я за тебя. Ну ладно, ну... Зато вот, когда я из армии вернусь, мы с тобой сразу сходим и распишемся, а? Чего ты вдруг про свадьбу залазил? Отвлечь пытаешься? Нет, я серьезно. Тьфу ты. Ты мне предложение делаешь. Я и не заметила. Ну, мы вроде всегда знали, что поженимся-то. Это да. Но я думала, это совсем иначе будет. Со свечами, с кольцом. И вообще, ты думаешь, это настоящее время? Стой, ну, с кольцом так с кольцом. Принцесса, я прошу ваши руки. Спасибо. Как будто все это что-то значит. Я бы эту руку отрезала и тебе с собой отдала. Если бы она была тебе нужна. Нет, ну так, знаешь, поступать только настоящий принцесс. Ладно, пойдем, а то холодно уже. Знаешь, прекрасно то, что этот план выходит. Это мне даже как-то на руку будет. Ну и каков план? Лошак, иди сюда. Почему лошак? Ты Женю с Лерой знаешь? Конечно, знаю. Да кто их не знает? Вот, давай с тобой поспорим то, что она его из армии не дождется. Привет! С чего это она его не дождется? Они же с детского сада вместе за ручку ходят. Ну, либо она будет моей, либо она просто умрет. И чего это ей умирает? Да хотя бы потому, что она у меня ролик. Ты же артистка. Да? Меня почти утвердили на роли. А тут она. Так, чтобы не провалилась. Ну да. Либо она будет моей, либо она просто умрет. Да даже если так, кто ее тогда убьет? Ты что ли? Почему бы и нет? Ты думаешь, я убить не смогу? Да вы что, серьезно, что ли? А что, Верунь, тебе жалко? Кого? Лерочку твою жалко? Поди мне, тебя жалко. И ее тебя на 20 лет посадят, не ее, понял? Несовершеннолетним только 10 дают. И по паспорту мне еще 17. И вообще... Да все, хватит! Ты что, поспать? Да соглашайся, лошак. Ну все же очевидно, но ты выиграешь. Да? И убивать ее вать не станет. Идет же. Да. И она тоже не будет не согласна. Ты же сам говоришь, они не разлей вода тебе сами. Ну да. Ну и на что спорить? На 20 штук зеленых. А ты думал, я шучу? А они тебе что, на зоне пригодятся? Да нет.
Просто девчонка будет моей. Тачку куплю, а то это как бомж на огненных ящиках. Ну, 20 штук с лишними не будут. Да соглашайся уже, выигрыш. Ну что? Ладно, поспорим. Верка, разбей. Разбей. Все-таки поспорили, да? Поспорим. Да если она будет твоя, я сама ее замочу. Угу, из истерики. Поспорили. Ну что, значит, предмет спор такой? Ты, Вадим, ставишь, что принцесса Лерочка с тобой. Но только по-настоящему с тобой. Или ты ее убьешь. Ну и ты, лошак, ставишь, что ни того, ни другого не будет. Да. А сроки? Ну, допустим, пока этот клейти не вернется из армии. Давай ты их свалишь, если хочешь. Это дочь. Я все равно верю, что они поженятся. Ладно. Да, ну и подарок вместе на свадьбу. Ты проиграешь ты. Ну, Вадим, ну серьезно, ты не сможешь ее убить. Ну, если только, конечно, она... Вот именно, что она. Я выиграю, я выиграю. Да, ну дает. Он всегда так? Ну да. Как ты с ним общаешься? Опасно ведь. Это интересно. Интересно сумасшедшим? Слышишь? А хорошо бы было, если бы он ее грохнул. Но он это сделает. Я не знаю. Может быть. Да какая разница? Ладно, я поговорю с человеком. А, угу. Ну ладно, я в твои дела не вмешиваюсь. Больно. А с принцесской я сама рано или поздно разберусь. От вас не дождешься. Одни слова. Слушай, Том, а чего этот Вадим так понтуется? Через какую-нибудь там мясорубку прошел? Он не понтуется, в него правда стреляли. Он еле выжил. Да ладно. Слушай, Фомка, может мне тогда отказаться от спора? Да поздно уже отказываться. Знаешь, насмешишь всех, а потом попадешь им под горячую руку. Ну и еще, пойми, не с тобой, так он с другим поспорит. Ему это в кайф. Сама тогда чего с ним не поспорила? Я поспорила бы, если бы он не предложил. Но я в его планы не влезаю пока сам. Скромная какая. Умница. А то... Ладно, не парься. Теперь тебе будет интересно. Да неужели? Нам не очень интересно, где я деньги возьму, если проиграю. Ну, отца возьми. Ой, банковской карточки узнай. Сними. Идея. Ну, знаешь, мол, все-таки зрелый плюс. Привет, свой телефон оставил? А, да. Ничего. Прикиньте. Лошачок наш боится. Да ладно. Он не знает, где ему деньги, если он проиграет спор взять. На то и лоша. А ушел этот уголень служить? Да, а девочка пошла в 11-й. Значит, план по захвату Фефочки у нас такой. Угу. Ее надо будет запугать. Запугать так, что прям земля из-под ног, понятно? Ну, пока не очень. Ну вот, допустим... Однажды, ранней весной, ее чуть не собьет мотоцикл. Да, помню. Откуда мотоцикл возьмем? Ну, да. У нас только велик. Ну, велик он тогда. А через неделю у нее чуть не упадет рекламный щит. Мотоцикл. Да, Сява? Ну, знаешь. Что такое? Да стрёмно как. Ну да, давай еще последнее. Ладно, рекламные щиты так часто падают. Итак, шаг за шагом. Зимой, весной и летом с ней постоянно будет что-то случаться. Чтобы она чувствовала себя на грани жизни и смерти. Сявочка, ты смотри, девочку наш щитом не прибей. Вот я постараюсь. Уж постарайся. Плакать будет. Постарайся. А, кстати, а тебе, Вероника? А что обо мне? Я могу подложить бомбу. Или на карту. Да нет. Тебе придется с ней подружиться. Горячо подружиться. Кипятком, что ли, ее спать? Ладно. Серьезно, что? Да нет. Тебе просто придется ее полюбить. Она ведь скоро будет с нами. Как с нами? Есть вопрос? Она просто должна тебе доверять. А я для нее... свой спектакль устроим. Смотри, только не переиграй.
что? Я похож на инвалид? Ногами только не дрыгай. Чё сидим? Все за дело. Она на уроки не ходит, и ей преподы даже вообще ничего не говорят. Небось, на ЕГЭ не придет, и ей поставят высший балл просто так. Я только одного не понимаю. Как ее с ее внешностью могли взять снимать в фильме? Да хрен знает. У нас девчонки приходили, которые снимаются в кино, которые учатся в театральном, а взяли ее, а это никто, а? Вот ты актриса, а она-то? А толку? Я каждую неделю хожу на эти кассы. Вообще никуда не берут. Да даже в самый маленький эпизод. А ее? А ее уже взяли. Да ладно. Да? И на другую роль. В каком-то фантастическом фильме. И тоже на главную. Я не удивлюсь, если после этого фильма она пойдет сниматься в следующий. Ее тоже возьмут. Слушай, может, это ее отец заплатил, а? А тогда для чего все эти кастинги? Не знаю. Это ты оно. Ей все само достается. Да блин, да почему все так несправедливо? Почему ей достается вообще все? У нее богатая семья, она часто уезжает на море, у нее любимая работа. У меня мать посудомойка, я работаю курьером после школы. И нигде не была дальше теткиной дачи. Да. Ну, несправедливо. Несправедливо все это. Я бы реально ее убила. Если бы знала, что за это ничего не будет. Ну да, посадят. Да. Слушай, а тебе убивать-то не обязательно? Давай мы с тобой, ну, прикольнем с тобой. Как? Иди сюда. Да ну бред это все. И толку в этом нет. И давай попробуем. Вся школа на ней ржать будет. Давай попробуем, давай. Если ты этого так сильно... Пошли. Принцессочка, ничего вам сказать не хочешь? Нет, не хочу. Уж какие мы гордые-то. Че снимаешься, даже здороваться не надо. Здравствуйте. Ох, здравствуйте. А поиграть с нами не да хочешь? Да во что? Догоняй кирпич. Да я что, виновата, что меня выбрали, а не вас? Чего вы теперь хотите? Ну я, например, хочу, чтобы ты в своем костюме принцессы помыла мне унитаз дома. Да идите вы. Я все это сниму и выложу в сеть. А знаете, я и станцую, и спою, и помою. Мне жить уже не хочется. Ну что, не ожидали, да? Пойдемте в туалет, который вымыть надо. Пойдем. Мой только будешь языком. Хватит, стойте. Хватит, что накинуть мне? А что нельзя? Нельзя. Что? Блогерша Сява, да? Блогерша Сява, хорошо. Стримерша Зайка. Что снимать собрались? Здравствуйте. А у меня для вас кое-что есть, кстати. Ну-ка. Узнаете себя? Да, Сима, ты пришла? Куда пошла? Куда пошла? Проваливай! Отпусти тебе, принцесса! Счастье твое! С неба упавшее! Все нормально? Все хорошо. Спасибо, что спасла меня, Вер. Я вот на тебя смотрю и думаю, надо терпеть. Ты ведь столько всего вытерпела. Да ладно. А я, если честно, чуть не умерла от страха. Ты знаешь, они ведь из зависти это все делают. А я с тех пор, как эту роль принцессы получила, так и чувствую, что вокруг меня будто заговор какой-то. А мне и роль это не в радость, когда он в армии. Вер, у тебя есть парень? Нет. А я с ним с детского сада. Да кто ж про вас не знает? Счастливая Лера и Женя. Да это я ничего не замечаю теперь. Я ведь чуть не погибла уже. А, это... Про тот случай, да, с
рекламным щитом. А ты откуда знаешь? Слухи? Еще и слухи. Знаешь, все как достало. Я ночами не сплю часто, потому что страшно. И страшно не за то, что могу умереть, а что постоянно что-то с тобой случается. Да тебе так кажется. Да не кажется мне это. Были себе на Мальдивах, ну, а мне там самой утопиться захотелось. Заплыла и лежу, пока за мной отец не приплыл. Бет, как думаешь, может ли отказаться от роли? Да ты че? Съемки скоро закончатся. Отказываться собралась? Это лето. Бетка, у меня кроме тебя сейчас никого нет. Друзей близких нет. Мать в Германии на практике. А отец весь в работе в своей клинике. От Женьки только письма. Если звонит, я говорю, что все хорошо. Слушай, а вот насчет Женьки, да? Ну просто вот представь. Твой Женька полюбил другую. И хочет быть с ней. Ну с той другой. Вот ты бы смогла с ней подружиться? Да ну, кого ему там в армии любить? Ну просто представь, вот он сам тебя попросил, ты бы смогла? Нет, я бы ушла, не третий же мне быть. Значит, ты его не любишь. Это я не люблю. Не любишь. Да я как раз люблю. Но я перегорела, что ли. Ведь, понимаешь, у меня всегда все было хорошо. А теперь будто наизнанку вывернули. Противно стало. Слушай, а ведь у меня есть незнакомый. Ну, у него тоже так жизнь не очень сложилась. Я думаю, вам будет о чем поговорить. Могу познакомить? Я не хочу ни с кем общаться, ни с психологом, ни с героем. А если, например, не только он тебе, ну и ты можешь ему помочь? Не знаю. У меня какое-то предчувствие или что-то. Будто я заблудилась где-то в снежном поле. Да. И что вот-вот что-то случится. У него то же самое. Слушай, он тоже артист. Он очень одинокий, хотя вокруг толпа поклонников. Артист. Да уж, он артист. Настоящий, тебе понравится. Ну что, согласна? Ну ладно. Все-таки с творческим человеком интересно. Ну вот, все, давай идем в гараж теперь. Куда? В гараж. В гараж я не пойду. А чем тебе гараж не угодил? Или погоди. Или ты мне не доверяешь? Да кому мне доверять, как на тебе? Тогда в чем проблема? Да не хочу я сейчас никаких чудес и авантюр. Пошли вон, сходим в обычный театр. На балет, например. Я бы хотела стать балериной. Они красивые. Да сходим мы с тобой на балет, обещаю. Ну тогда хотя бы просто попробуем. Если не понравится, уйдешь. Договорились? Ладно. Но только при одном условии. Что ты действительно этого хочешь? Зачем ты это спросила? А что? Потому что меня обижают эти вопросы. Ну все, давай иди сюда. Привет. А ты любишь балет? Раньше любила. Совсем. Всем привет еще раз. Привет. Привет. Кого ты привела? А это моя подруга. Она, кстати, артистка. Играет принцесса. Молодец. Нам сегодня не для гостей. Я, наверное, пойду. Стой. Вадим, ты че? Она же может тебе помочь. Как? Всем нам помочь. Ну, с инвалидного кресла меня уже ничто не поднимет. А как еще можно мне помочь? Я не хочу посторонних видеть. Извините, до свидания. Ну ладно. Вверх. Вернуть. Что? Вернуть. Что вернуть? Ее вернуть. Да сколько уже можно? Вера, сделай то, Вера, сделай это, а? Хоть бы раз меня в жизни пожалел! Да я бы тебя и после смерти не пожалел! Ах, так! Ага! Помни, вернусь. Ты что, серьезно? Ты что, серьезно? Ты что, Вадим? Вадим, подожди. А хочешь я эти деньги тебе украду? Заработаю, хочешь? Пожалуйста, только Вадим, давай без нее. Ну, хватит, ну давай без истерии. Я тоже тебя люблю. А я у отца сниму, хочешь? Давай, блядь, ты что? Мы репетируем. Веселая репетиция. Кстати, познакомься. Это Вадим. Вадим, это Лера. Фомка и Сял. Привет, мы познакомимся. Приятно. А ты... ты давно? Инвалид? Да нет, не очень. Я был актером, снимался, играл. Просто однажды не очень повезло. Меня сбила машина и парализовала ноги.
Меня тоже недавно чуть не сбили. Вот почему одним везет, а другим нет. Наверное, эти другие какие-то другие. Я обычная. Но вот если бы со мной такое случилось, я бы, может, и стала другая. Да. Все изменилось сразу. Начинаешь жить одним днем, часом, минутой, и уже настолько не веришь, что с тобой могло такое произойти, что в реальности всего остального тоже перестаешь верить. Вот со мной в последнее время что-то такое. Значит, ты понимаешь, как жить в другой реальности? Наверное. А это ты создал такой необычный театр здесь, в гараже? Да, у нас тут все иначе, не так, как везде. И в чем же особенность? У нас можно то, чего нельзя. Например? Ты вы что, человек пугает? Так называется наш спектакль, который мы репетируем. Да, он на войне. А на войне умирают даже деревья. Ты чего? Так, слушайте, у меня парень в армии, я за него боюсь. Да, война есть всегда. В одном месте она затихает, в другом начинается. Она никого не минует. Одни тусуются в ночных клубах или плюют с перепоя, а другие в это время проливают кровь. Бояться заранее значит терять и настоящее будущее. Ты такой сильный. Вот ты пойдешь с нами? Куда? Видишь, я только задал вопрос, а ты уже испугалась. Разве так можно? Нельзя. А ты что? Ты прямо сейчас предлагаешь куда-то идти? Ты можешь хоть раз в жизни на что-то решиться и не пугаться? Ага. В конце концов, не съест же он тебя. Я же вас совсем не знаю. Только век. Опять ошибка. Знакомые несколько минут знают друг друга лучше, чем близкие друзья. И куда же ты предлагаешь идти? Никуда, пока ты боишься. Принцессочка, ну как можно бояться инвалида? Ну ты чё? Да не в этом дело. Ребят. А как же ваша репетиция? Ну правильно, ну поищи еще отговор. Я, пожалуй, просто сейчас придумаю. Да, конечно, я согласна. Мне уже давно так интересно не было. Мы ненадолго. Все, кто гараж закроет? Давай. Знаешь, когда я попал в это кресло, все поменялось. В какой-то момент мне просто стало интересно. Интересно нарушать и проверять, что с этого будет. Это рискованно, но, знаешь, чаще всего вообще ничего не происходит. Ты думаешь, что сейчас все мироздание рухнет, а ничего не происходит в ответ. Просто в лишний раз убеждаешься в глупости запретов. Ты решил поставить проект спектакль? Ну, что-то типа того. Но я никому про это не рассказывал, кроме тебя. Я просто знал то, что именно ты это поймешь. С чего бы? Ну, ты ведь принцесса. Я обычная. Обычная принцесса? Так вот, очень много нельзя, которые на самом деле можно. И можно, которые нельзя. Вадим, а что ты делал из того, чего нельзя? Ну, то есть якобы нельзя. Да много чего. Машины угонял, катался, оставлял на соседней улице. Как угонял? Ты же в кресле. Да это вообще, по сути, давно было. Ну, я просто и раньше это делал, что якобы нельзя. Знаешь, едешь и думаешь, узнают, не узнают. А вот после вообще ничего не было, и никто об этом не узнал. Еще в зоопарк ночью лазил к медведям, лекарства подменивал больным, и вообще никто не загнулся. Вот хочешь, мы сейчас с тобой сделаем то, что якобы нельзя? Например? Поклянемся друг другу вечной любви. Так ведь это неправда. Но мы посмотрим, что будет. Будет что-нибудь или нет? Нет, ничего не будет. И вообще я боюсь. А я не боюсь. Я люблю тебя и буду любить вечно. Зачем ты так? Ты чё, плачешь? Серьезно? Не бойся. Иди сюда.
чтобы она в него просто так втюрилась. Значит, ты попал на 20 тысяч. Да она же со своим Женькой столько лет вместе. Вот. Вот он ей надоел. Да не может быть. Поменяется. Слушай. А может, ее кто-нибудь другой бьет? Тогда спор будет недействительным. Что ты говоришь? А если ее саму в инвалидное кресло посадить? Она же ему будет не нужна. Откуда у тебя такие злые мысли? Злые. А где ты возьмешь такие деньги? У отца? Чтобы он тебя выгнал из дома, да? Ты о будущем подумал? Нет. Ты сам не знаешь, как в это ввязался. Да ты и меня ввязал! Как ты мог на это согласиться? Не знаю. Ладно, Зать. Да не может же. Это всего лишь поцелуй. Это еще ничего не значит. Да. Зачем принцессе криминал? Зачем ей этот козел? Да ты проиграешь не только деньги. Ты проиграешь свое будущее. Предки лишат тебя всего. Так. Да ты навсегда останешься с этим козлами. Хватит истерить. Хватит. Надо ее убрать. В землю закопать! Да она не виновата, это в любом случае! Да мне плевать, виновата она или нет! Все произошло из-за нее! Да хватит! Все будет хорошо! Я... Что я знаю одну девочку. Она тоже хочет стой! Рядом с ней. Хватит! Да подумай головой хоть чуть-чуть! Зачем ей бросать своего парня, с которым она с детского сада, который ее любит? Да ради этого! Все будет хорошо, Зай! Пойдем! Все будет хорошо! Спокойно! Да не могу! Все будет хорошо! Далёте? Конечно! Сентябрь у нас! Что, где поедешь? Еще мне не хватало к ней ехать! Теперь я буду просто ее игнорировать. Декрет. Мы тут думали, ничего не вышло. Да она там какой-то свой актерский поступала и поступила. Ее что-то там родители по морям возили. Она мне что-то звонила постоянно. А когда она теперь приедет? Прямо сейчас я ее вызову. И она согласилась? Казалось. Привет. Привет. Ну что пришла? А что звал? Чтобы не приходила. Я хотела посмотреть вашу репетицию. Нельзя. Да не злись, я же не мать в твоих бедах. Мы сегодня вообще не репетируем. Ну ладно. Я хотела у тебя кое-что спросить. Ну? Наедине. Уйдите. Там же холодно. Уйдите. Что, сколько же нет, да? В общем, у тебя было что-нибудь после того, как ты мне это сказал? А у тебя? Да. Ну и что же? Я первый спросила. Ну а я второй. Значит, отвечать тоже второй буду. Да мне важно это знать. Ты весь нарушил запрет. Ты просто так сказал, что любишь. Знаешь... Я не просто так это сказал. Ты знаешь, зачем я пришла? Ну и зачем же? Чтобы еще раз нарушить. Я люблю тебя, возьми. Ой, да прекрати. Это неправда. Ты просто в очередной раз хочешь проверить меня из себя. Откуда ты знаешь? Да потому что я действительно не просто так это сказал. Не приходи больше. Хорошо. Что? Ну чё, как всё прошло? Ага. Быстро дело сделано. О. Осталось доделать не самое главное, и всё. Да, и тогда деньги будут наши. Да. Кстати, Вера, иди, проследи за ней. А то она просто сейчас в таком состоянии, мало ли что. А чё сразу я-то? Почему бы и нет? А если я расскажу про твой спор?
Не боишься? Ну иди, я тебя поцелую, только... Да отстань от меня! Да она тебе все равно не поверит. Посмотрим. Все, последи. Это она твоя мама, да? Тихо, 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 тихо.
А чё, если не мама, то пить можно, да? Да не нашло что-то. Тут это не я была. Так, вину искупать будем. А что я могу сделать? Сделаю её принцессу. Ты о чём? Ну, принцесса — это та, кого любят. Нет, Матюша, принцесса — это та, кого ненавидят. Это и то, и другое. Просто сделай всё, о чём она тебя бросит. Ладно, но пришла я к тебе. Я сказал то, что я не буду с тобой разговаривать. Подумаешь, нарушил договор. Пока ты не сделаешь все, о чем она тебя просит, я с тобой разговаривать не собираюсь. Ладно, я это сделаю. Но не для того, чтобы ты со мной разговаривал, потому что я виновата. Слышите? Давай-ка, сгоняй в магазин. Не пойдем никуда. Слышишь, Нуля? Вот это последнее, с чем ты не согласилась. Все остальное будешь выполнять, понятно? Понятно. Давай-ка, пошли сначала в баньку. У тебя деньги-то есть? Есть. Тетя Лес, у нее бать стал таки богатый. А я знаю, это нормальная тема. Давай, давай. Забавно. Пошли. Слушай, Вадим, а ведь это она делает не потому, что виновата. Чё? В смысле чё? Вообще, как-то только в голову пришло назвать эту бездомную моей матерью. Какая разница? Может, мне действительно её уматерить? Уматерить? Где вообще это слово взял? Не, ну а что? У меня ведь действительно никогда не было матери. Я ведь всегда с мачехой. Возможно, она и должна быть такой. Я всегда, офигеть вообще. Ну так вышло. Ну что? Капец. В общем, сила твоя. Мамочка полностью на шею принцессочки. Да. Она тратит ее деньги, ну, точнее, не отца. Ни в чем себе не отказывает. Так еще и мужик пустот на ее деньги покупает. Там такие страсти кипят. Мать твоя приревновала принцессу к своему мужику и еще с ее не сбила. Не, все нормально. Да нормально. Слышишь, сынуль? Сынуля, твоя совсем распоясалась. Я ей говорю, отведи меня постричься, а она меня в салон красоты привела. Выгнали! Хорошо, что я постригла. У нас всех стрижет. Вы садитесь. Можете знать? С тобой можно поговорить? Да, пусть. В общем, я разговаривала с отцом. Мы попросили снять детей. Участвуешь за границей. Я считаю, что тебе можно помочь. Только у нас это тяжело. Но вот если поехать куда-нибудь. В общем, давай он посмотрит тебя. Мне не надо. Почему? Да не хочу я и все. Я так и знала. Тебе нравится играть в эту игру. Она не опасна для тебя, потому что ты инвалид. Но у меня нельзя играть обычному. Знаешь, еще как можно. Тогда почему ты не хочешь? Вадим, папа не будет говорить просто так. Он поможет тебе. Конечно, ты дура. Это все был цирк. Я подонок, и я разрешаю тебе уйти. А если не уйду? Ну, со мной ты умрешь. Я уже умерла. Пока ты только стала предметом, а будешь мертвым. Не все бывает, как во сне. Ты понимаешь то, что это не сон, это я? Так давай попробуем и посмотрим, что будет. Понравился твой предмет? А какой я предмет? Какая-нибудь... игрушка или мишень. Хорошо. Но я все-таки не уйду. Я люблю тебя. Ты что? Что делаешь? Это что, Кирич, вы что снимаете, да? Ребят! Сядь! Ребят! Меня это достало. Сяв, бери. Нахрена я ее спасала? Вадим, там есть! Ребят! Сейчас, да! Вадим, ты что? Пошла отсюда! Да пошел ты! Поговорили? Трогай. Я хочу быть с тобой.
Если ты будешь со мной, я тебя убью. Так убивай, чего ждешь? Что, не веришь? Мне все равно. Не искушай меня, принцессочка. Ты ведь знаешь то, что я здесь сделаю? Значит, я не буду жить. Я понимаю, что тебе не нужна сумасшедшая. Но я люблю тебя и буду любить вечно. Считай до трех. Знаешь что? Я твоя там. Своди. Два. Лера. Репетируем. Пошли, репетируем. Странно. И ты на секунду не поверил, что это правда? Я не знаю. Тогда почему не просто себя спасать? Не знаю. Они вместе теперь? Ну, они, да. А ты? Я теперь это... Знаешь, если бы мы сейчас с тобой здесь не появились, он бы я точно убил. Нет, ну... Господи, ну что за любовь у вас у всех такая? Зачем убивать? А я откуда знаю? Значит, мы с тобой тогда ничего не знаем. Значит так. Слушай, вот ты говоришь, годами за нами наблюдал, да? Угу. И вот все ведь в тени, мы совершенно ничего не замечали. А вы хоть что-нибудь замечали? Не знаю, на самом деле я ее отпускаю. Но мне все равно за нее страшно. Зачем ей есть? Зачем ей криминал-то этот весь, а? Женя! Слушай, ты бы заявил на ВАДА, если бы узнал, что он убил человека? В смысле? Он что, убил кого-то? Ну, одну бездомную, мальчик. Да не важно, он нет, убил. Вот ты заявишь мне? Ты зачем мне это сказал, да, все? Посмотри. А что будет? Ты тоже, да, в эту игру играть? Ничего нет. Нет, ну вот, вы можете мне хотя бы с обратным знаком поиграть, а? Нет, а что если я пойду и сам кровь больному? Хватит смеяться, да вот, что если я этой бездомной помогу? Нет, вам всем убивать надо. Ты такой наивный, да потому что ничего не будет. О. Ладно, кстати, она мне тут кольцо вернула. Ничего. Да ничего, смотри, как кидаю меня. Вы что кольцами кидаете? Да. Подожди в гараже. Че, придёмись? Ладно. Лишняя копеечка. Еще долго. А что ты тогда? С неба упал. И принцессу спасал. Не твое дело. А зачем ты ее тогда спасал? Ты че к ней привязалась? Я привязалась. Да, Вер. Это теперь не наше дело. Не важно. Наше дело теперь деньги вернуть. Поможешь? Разбежалась и побежала. Небось, воровать-то научил? Ну да. Ради шутки пробовала. Ну и еще раз попробуешь? Нет. Слушай, Лошак, тебе Вадим эти деньги сейчас простит. Уж слишком ему хорошо. Да с не его не любимой Лерочкой. Да сегодня я прощу. Ты чего, Вера? Меня дискредитируешь? Обиделась, что ли? Переживу. А вот как лошак переживет? Интересно, даст ли он еще половину? Я да. А что, Вера? Почему бы тебе действительно ему не помочь? Просто один человек. Тебе нравится? Я вижу, что именно тебе это нравится. Короче, лошак, я даю тебе неделю. Нам денежки очень сильно нужны. Вер, ну помоги же достать эти деньги. Да ты чё ко мне привязался? Отстань! Да страшно мне! Так бойся. Эй, ребята! Что ты делаешь, а? Чё ты делаешь? Ребята, вы чё, давайте полегче, а? Кольцо отдай и иди отсюда. Спасибо, увидимся. Спасибо, Женя. Ты не за что. Решил вот тут с кольцом вернуться, а то, знаешь, ведь нам не получилось его, а этим возвращать тоже нехорошо. Ну,
Подари мне прикол. Ну, да так, конечно, я тебя не заставляю. Да нет, просто... нет. Чё, нормальный прикол. Дарю. Мерси. Знаешь, а ты вот лошака ты этого не бойся, он тебе все равно ничего не сделает. Мне уже все равно. Слушай, а вот, вот смотри, видишь вон те деревья? Ну да, вижу, чё. Ну вот тот клен большой. Ну? Это я его выращивал. Правда? Да, я его вначале посадил в горшочек, он у меня на окне стоял, а потом, когда вырос, я его уже в парк пересадил. Ходил там, поливал, подкармливал всякие удобрения. Бывало, даже с ним разговаривал. Потом еще вот вон там маленьких посадил из ростков, но вот они, правда, уже, они уже не все выросли. Да, ты прав. Не все вырастает. А знаешь что? А что если я просто возьму и сломаю это дерево, а? Нет, ну а что? Это же будет просто сломанное дерево. Большинство людей просто пойдет мимо и не заметит. И знаешь, вот нужно быть тем, кто вот так вот мимо идет и ничего не замечает. Да, ты, конечно, прав, что нужно быть просто тем, кто идет мимо. Но все-таки не ломай его, ладно? Ну, хотя бы ради меня. Знаешь, Верка, ты такая хорошая. Куда-то. Вот ты говоришь... Сломанное дерево, да? А ведь я боюсь его. Это она его поломала. Она его не любит. Никого не любит. Только себя. И знаешь, она просто в него играла. А он? Слушай, ну, нет, ну ты ведь не будешь красть ради него, да? Буду. Я сделаю так, как он захочет. Нет, слушай, знаешь, ты совсем ненормальная, а? Тебе не понять. Понимаешь? Я не для Фомки, не для Сявы, я не для кого. Я для него, понимаешь? Слушай, ну, раз тебе нужны эти ощущения, то... Пойдем с тобой, ну мы про плане полетаем, ну, я ведь научу. Нет, Жень. Знаешь, шел мимо. Ну и дальше иди. И я пойду. Не понимаю, что с вами происходит. Не понимаю, куда ты меня привел и вообще зачем. Ты убиваешь людей, а мне все равно. Так иди. Ты свободна. От тебя не уйдешь так просто. Это хорошо. Я тебя так долго ждал, так ревновал, а ты ведь даже не знала обо мне. Да, игра затянулась. Ты понимаешь то, что это не игра? Понимаю. А научи меня стрелять. Кого ты собираешься стрелять? Ну, не знаю. Но ведь если я останусь с тобой, то рано или поздно придется в кого-нибудь стрелять. Ты ведь уже не сможешь вести обычную жизнь. Почему бы и нет? Я экстерном закончил престижный колледж. Для меня купленное место в МГУ. Отец для меня много чего сделал. Я могу вести совершенно другую жизнь. Как-то скучно. От скуки не стреляют. Вот это вот только для самозащиты. Смотри. Берешь в руки, целишься. Нажимай сюда. Принцессочка, поаккуратнее с пистолетом. Лошакам вам привели. Молодцы. Ну что, лошак, закончилась неделька в деревне. Мне больше не нужно. Все равно ваша банда скоро уходит. Точно отдастся. Да, а ты знаешь, что Верка уже? Это правда. Она пыталась покрасить квартиру. Ее взяли. Она сейчас в СИЗО. Ну и ладно, посидит, ума наберется. Это ты ей велел. А кто ж еще, принцессочка? Ты должен ее оттуда вытащить. А это еще зачем? Да она любит тебя! Она это сделала из-за тебя! И что такого? Что такого? Иди, приведи мне Женю. Чуть-чуть.
делать нечего, да? Да, я его тоже люблю. Я по нему соскучилась. Вот и будем втроем. Как ты, Верке, велел меня принести, так и я теперь. Сам я течу как надо. Я в этом не участвую. А ты попробуй. Так, Лошар, пока поучусь на тебя стрелять, ладно? Встань прям здесь. Как же ты поспорил так некрасиво? Не пожалел меня, такую молодую, красивую. Так я на тебя хорошую спорю, а не на такую. Так ведь Ват хорошую убить обещал. Тебе саму себя-то не жалко? Из-за которых теперь невинные бомжиха не зла. Из-за которых теперь Верка в тюрьме. Заткнись, а! У тебя же все было. Красота, рок-кино, любящие родители, любящий парень. Чего тебе не хватало? Ладно, Лоша, подавись ты этими деньгами, вернешь отцу. Фомка, отдай деньги назад. Я не возьму. Опять поиграть захотелось, да? Рискнуть? Нет, я верну, что должен. Иди отсюда, пока не убила. Да сразу. Вали, вали. А вот и мы. Привет, я. Ну, я же пойдем отсюда. Ты была? Да. Хочешь уйти отсюда? Нет. А что тогда? Я не знаю. Мне все надоело. Мне надоела эта игра. Я никого не люблю, мне никто не нужен. Кто тебя держит? Я тебя давно отпустил. Я еще когда в армию уходил. Ладно, идите все, я хочу побыть один. Пойдем со мной. Я не могу. Ну пойдем, ты же хотел. Ну чего? Чего ты не идешь? Иди к нему. Да не хочу я. Да сделай же ты усилие. Ты же хотел этого, ты будешь свободна. Что, не можешь уйти? Может, потому что ты моя? Ты моя принцесса? Лер, пойдем со мной. Не уходи. Я люблю тебя. Лер, пойдем со мной, я люблю тебя. Ну, пожалуйста, не уходи, я тебя умоляю. Лера, пойдем со мной, ты этого хотел. Я тебя очень сильно люблю. Сделай ты усилие, а? Прошу тебя. Лера, пойдем со мной, ты станешь свободным, наконец. Пожалуйста, не уходи, я очень сильно тебя люблю. Лера, пойдем со мной. Прошу тебя, не уходи. Лера, пойдем со мной, ты будешь свободна уже. Я люблю тебя. Ну, Лера, ну пойдем со мной уже. Прошу тебя. Лера, я люблю тебя. Я тебя тоже люблю, но не уходи. Лера, ты будешь свободна. Прошу, но не уходи. Лера, сделай усилие просто, а? Не уходи, пожалуйста. Лера, пойдем со мной. Вы достали оба! Лер, ты чего? Я просто хочу уйти. Уйти туда, где Вера. Картину нашу бросим так, оставив снова.